всем тем, кто устроил мою встречу с вами. И благодарность большая. В общем, хватит болтать, надо приступать к исполнению. Этот год славен всякими юбилеями. Я, правда, начну с юбилейной песни, которая была придумана два года назад. Два года назад в клуб 80+ вступил Александр Городницкий, вам хорошо известный. Это событие так его потрясло, что он, по-моему, празднует этот юбилей до сих пор. На одном из концертов, посвященных этому замечательному событию, выступал и я. И тогда ведущие представили нас публике так. Это патриархи бардовской песни. Слово «патриарх» ко мне еще не применяли. До тех пор я так изумился этому, что сочинил тут же песню о нас, о патриархах. Это песня пожилого человека, песня возрастная. Музыку я стащил у самого юбиляра. Вот эта песня. Мы патриархи, мы патриархи. Нас внуки шлют по адресу. Мы недомерки и перестарки, что видно без анамнезу. Там где-то бабы гуляют лихо с каким-нибудь молодчиком, а у нас камни гуляют тихо по нашим мачеточникам, а у нас камни гуляют тихо по нашим мачеточникам. У вас богамы зимой и летом, детишки в Штатах учатся, а нам дойти бы до туалету, а дальше как получится. А нам дойти бы до туалету, а дальше как получится. Уже зубов-то во рту не видно, нога едва волочится, и даже как-то признать стыдно, что помирать не хочется. Но скажем прямо, хотя и стыдно, что помирать не хочется, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома столько. Поскольку сегодня, то есть в этом году отмечается 90-летие Булата, и в честь